Индивидуализация обучения – это тренд в сегодняшнем образовании. Все мы экономим время и хотим получить нужный образовательный результат за минимальное количество доступного нам временного ресурса. Современные технологии позволяют добиваться такого эффекта в образовании. Алгоритмы машинного обучения как раз делают возможным диагностику знаний и незнаний каждого человека и конструирование для него особой программы подготовки. В Томском государственном университете используется платформа адаптивного обучения Plarium. Она позволяет для каждого ученика провести предварительную диагностику его знаний и понять, какие белые пятна существуют в его опыте, в его подготовках, навыках, и сформировать такую индивидуальную программу тренировок для нужного навыка. По большому счету, это цифровой репетитор, который может понимать индивидуальные особенности и затруднения каждого ученика, но тренировать одновременно такая машина или робот может десятки тысяч человек. Конечно, такие технологии очень сложны в проектировании, и сейчас Plarium может тренировать не по очень большому количеству дисциплин и предметов, в основном это точные, естественные науки, но только вопрос времени, когда такой цифровой репетитор появится для большего спектра программ.